Всем привет, дорогие друзья, и хорошего вам настроения. С вами Рэй, мы продолжаем играть в растения против зомби-герои. Так, ежедневки сегодня будем проходить. Нанесите 20 единиц урона героям ржавым разрядом. Также у нас разыграйте 3 зомби, которые стоят не меньше 4 мозгов. И заморозить зомби. Так, ну в первую очередь пойдем играть за ржавый разряд. У нас как раз здесь... с прошлой серии пробная колода. Ты помнишь, да? Это у нас на спортсменах. Нам нужно нанести 20 единиц урона. Может быть, вот это пока убрать? Ну, не знаю, давай тогда так оставим пока. Единственное, что да, первого хода у меня нету. И мне не выпал гладиатор. Ага, вот что он делает. Он сразу берет преимущество в свои руки. На одну единичку больше у него будет энергии. А я по-прежнему отстающее звено. Мне даже ничего не сделать, ребята. Ага. Вот как он начинает, ладно. Ну, если, например, сделаю вот так вот. Конечно, он может уничтожить, ребят, конечно. Хотя, не факт. Посмотрим. Угу. Набрал цветочков, да, значит? Окей. Так, ну что, я надеюсь, ребят, сработает у меня... защита. Так, пока мы это тратить не будем. Я пока воздержусь. Держался твою налево. Так, этого бомбим. Ну и хорош пока. Опять нам дают этот камень. Давай так сделаем. Ты серьезно? Все на своих цветочках, что ли, делаешь? Так, ну ладно. Всем энергии. Не знаю, друзья, что у нас тут получится из этого всего. Угу. Ну, уничтожить не уничтожить, конечно. Ага, вот так вот он еще делает, да? Ну, что мы можем сделать? Ну, во-первых, вот это заменить, гадость, однозначно. Этого хламона здесь бомбануть. 6 хп у нас всего лишь. Давай посмотрим, есть у него могилоед или нету. Поставил колокольчик. Так, 3-3-6. По-моему, ребят, все тут фиаско нам. Или сработает защита все-таки? Нет. Не сработало, друзья.
Блин, нахапал себе этих пробивных. Так, разыграли. Ну, нам нужно нанести 20 единиц урона. Поехали. Ни сумоиста не дали, блин. Ничего хорошего не подсунули мне. Даже не смог, ребят, никак отбиться. Даже вирус не успел использовать. Так, Роза. Ну, давай посмотрим, что у нас получится с Розой. Угу. Ну, сейчас более-менее что-то такое нормальное выпало. Стоит ли мне ее ставить? Я, наверное, пока воздержусь. Я не вижу смысла, ребят. И он может ее превратить в кого угодно. Поставлю пока ландшафт. Ну, давай так сделаем. Если будет кого в кого-то превращать, то пускай сейчас. Что у него там есть? -2, -2. У него есть превращение в козла. Ну и заморозка есть. Может просто пропустить тупо ход. Я думаю, он не обеднеет от одного урона. Я понял. Я понял, на что он рассчитывает, ребята. Он будет играть на заморозках. Как ему вот это сейчас, как кость в горле. Оу. Даже так? И заморозка у него еще есть. Ну, конечно же, ребят, ну, конечно же, заморозка у него есть. Пускай прокачивает, мы его, если что, уничтожим. Чутка попозже. Ничего в этом страшного нету. Угу. Так, давай сделаем, наверное, вот таким вот образом. Делает замену. Как хочешь. Угу. Поехали. Ну, короче, этот парень отыграл свое. Этот парень свое отыграл. Сейчас будет замораживать, там что-то еще выдумывать. Но мы хлопнем этого. Утырка. Единственное, что вот у него в блок, когда пойдет, я не знаю, что он кого-то сейчас превратит в козла там или еще во что-нибудь. Либо этого, скорее всего, вот этого. Угу. Ну, неплохо. Так, выпадает нам валунчик. Ну, давай, наверное, вот... вот так сделаем. Заморозка, да, конечно, у него куча заморозок должно быть. Возможно, даже где-то там морозная груша есть. Спрятанная. Ее можно поставить сюда, морозную грушу, и замораживать одного за другим. Через перец. Что там еще у него есть? А, у него звезда есть. Ну, он немножко тут просчитался. Тут он, конечно, просчитался, друзья мои. Кого замораживать будешь? Подожди, он разве заморозку не... Он даже тратил, по-моему, заморозку. Да, он тратил, у него остается только и ждать. 2 и 2.
немножко в другом, ребята. Проблема у меня. Немножко в другом. Что если он сейчас начнет замораживать? У меня камня нет, если у него груша морозная есть. А там у него кто может быть? Перец. Тут наверняка у него должен быть этот, который замораживает надгробие. 100% у него должен быть. Ну, сейчас посмотрим. Здесь треха в лицо ему летит. Три. Тут еще три. Шесть. Девять. Ну, возможно, еще сработает броня. В общем, сейчас посмотрим, как он будет здесь разыгрывать. Как он будет выходить из этой ситуации. Этот в любом случае 2 единицы урона нанесет, даже если сюда он кого-то поставит. Ну, похоже, я так понимаю, ребята, он сдался. Он уже вышел из игры, видимо. Плюнул на все и не дал мне тем самым нанести ему 20 единиц урона. Да. Мне придется опять, ребят, тут пыхтеть сейчас. Еще один поединок разыгрывать. Ну что же, ладно. Так, еще нужно нам 7 единиц урона нанести. Поехали еще разок тогда. Раз на раз не приходится. Вот, с Цитроном сложновато. Особенно, когда у него есть такая топовая фишка, где он ставит всех в броню. И он будет, скорее всего, работать на бобовых. Ну, бобы там, тому подобное. Поехали, будем смотреть. Он также может превратить его. Но он стоит, он выжидает. Выжидает какого-то момента. Что он там думает? 44-й ранг. Все-таки почти полтишок, ребят. Ну вот у меня первый ход. Второго хода у меня нет. Единственное, что я могу поставить броню сюда, но... Где гарантия, что он его не превратит в какую-нибудь фигню? Не стал ходить, не стал рисковать. Я, в принципе, понимаю. Угу. Так, ну что, значит, он собирается его прокачивать, верно? Подождем пока. Защиту, если что, мы всегда успеем поставить. Там задумался. Если бы я сюда поставил бы, например, вот этого. Ага. Вот как он делает, да? Ладно. Думаю, пока не стоит тратить. Этот у нас 5 и выше, да? 5 и выше. Давай сделаем так. Интересно, будет он сейчас или не будет? У него еще один тут есть. Так, шаманит. В общем, одного уничтожаем, ребята. Погнали. Ну, это неудивительно. Нисколечко не удивлен этому. Размещает стенарев. Так, ребят, ну что, поэтому плачет моя бомба. Поэтому парню плачет моя бомба. Ну, давай сделаю вот так вот.
Шипы. Ага. Давай, 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 делай доборы свои. Все великолепно. Поехали. Да, жалко, жалко, конечно, что уничтожен. Но что поделаешь. Вирус. Давай так вот сделаем. А там посмотрим. Угу. Угу. Погнали. Вот это, конечно, бесявая фигня. Поехали. Ну и пока все. Он там... А, он неуязвимость ставит. Так, кого там превращает? Пса. Так, здесь шипы. Блин, вот с этим надо что-то делать, друзья. Вот это вот-то понятно, здесь бомбанем. На одну карту дороже. Давай посмотрим, кто тут у нас превратится. Ну, поехали, фиг бы тут сделать. Хм. Но если, например, сделаю вот так. И вот так. Вирус еще не сбой у нас есть. Угу. Угу. Все на этом. Привет, привет, привет. Но он же должен превратить мне его. По идее-то. Давай, давай, превращаем его в этого. Прекрасно. Так, ну что же, сюда ставим. Если он рассчитывает здесь на бессмертие, то я хочу его поздравить. У него ничего не получится. Это все? Это все, да? Ну что, вирус, меняем ландшафт. Этот гриб нам тут вообще не нужен. Что он с своими могилоедами запарил уже? Ага, даже вон как у нас получается. Поехали. Ну что, вырубим? Да. Вырубили к чертовой бабушке мы с тобой этого цитрона. Понимаешь? Как и должно было быть. Так, а вот теперь замораживает зомби.
Замораживает зомби. У нас на на этих только кто? В принципе, только Роза, наверное, нормально может играть на заморозках. Замораживает зомби. Что, попробуем вот этой колодой сыграть? Уж не знаю, что получится у нас. А сколько замораживают зомби, не написали. Одного, двух, трех, пять, десять. Или просто применить заморозку надо. Но в любом случае у нее есть возможность замораживать. Так что один раз у нас 100% должно прокатить. О, высшую лигу дали, вы серьезно? Прям вот так вот. Прям, блин, вот высшую лигу и все. Дело дрянь, друзья. Он там со своими эвриками сейчас начнет. Эврика, доборы. Ну, он, видишь, эврику взял. Как меня бесит, когда вот так вот фартит, а? На первом ходу. Читер вшивый. Да ничего я делать пока не буду. Но он на заклинашках должен работать. Пять он ничего не делает. Так, яйцо. Давай сделаю вот так. Да ты посмотри, ну, добор, 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 добор. Ты совсем, что ли, припух? У него валун может быть. Что он там может быть, ребят? Да дофига чё. Прикинь? Вот так вот, а ты говоришь, блин. Поставим ландшафт, а там посмотрим. Так, ну этим двоим хана. Этим двоим хана. Нет. Не двоим. Посмотрим. Угу. Знаешь, куробочек у него есть, друзья. Значит, у него есть куробочек, да? Бочка. Бочка это, ребят, хорошо. Сделаем так тогда и... Пожалуй, вот так вот. Угу. Пока хорош. Что он там уничтожает? Я что-то про это совсем забыл, друзья мои. Вот про это я совсем забыл. Угу. Ну поехали тогда. Да куда ты, чё ты? Твою налево, чё ты сделал, Рэй? Ну ё-моё. Я, блин, в шоке. Я хотел уничтожить его, ребят. Видишь, начинает штаны накладывать. Да вы делай, что ты там хочешь, ё-моё. Ай, как же я, блин, лопухнулся, да? Вот серьезно тебе говорю. В козла его превратить? Ну, давай превратим его в
козла. Угу. И еще, да, у него один коробочек будет? Не, нету. Что будем делать, ребят? Ну, как вариант, могу сделать так. Сделать так. Плюс. Ну, 4 единицы урона он в любом случае мне пропишет, да? Насколько я могу понимать. Давай поставим так тогда уж. Ну и вот так вот. А там посмотрим. Так, наносит 2 единицы урона всем растениям. Ага, вот так вот. Ну понятно, там со своей эврикой. А, он зомби даже ставит сюда. Случайного зомби. Я, наверное, воздержусь пока. Кенгуруха, да? Кенгуруха. Так, посмотрим, что он там сейчас будет изобретать. Спасибо за карту. Карта неплохая, ребята. Карта неплохая. Угу, выполз. Выполз, да, значит, гаденыш этакий. Посмотрим. Ага, у него есть чем уничтожить. Еще карту гаденыш взял. Карту призрака, блин, хапнул. Короче, он достал в корень, ребят. Он достал в корень. Как тут лучше сделать-то? Так, наверное. Ты видишь, мне здесь нечего сделать, ребят, абсолютно. Этих хутырков он нахапал. Ну все. Тут бесполезно. Закончился наш ресурс по картам, ребят. К сожалению. Да, замораживают зомби я сделал.
Еще гемы. Ну что, друзья, все на сегодня. Последний поединок, конечно. Так, взгляд в будущее, по-моему, ребят, я не прошел. Да, и не откатилось еще пока. Тогда на сегодня будем закругляться. Всем удачи и до новых скорых видосиков.